Вообще, в некоторых исторических документах, точнее, в книгах по истории, указывается, что Берон был конюхом. И это не совсем так. Он учился в очень известном университете Кёнигсберга, нынешнего Калининграда. Там у него была дуэль, после этого ему пришлось бежать. Он осел, соответственно, в Курляндии и потом попал в Россию. Он действительно очень увлекался лошадьми, но он не был конюхом.